Итак, в самом Ереване мы уже походили, погуляли, смотреть особо нечего, поэтому решили покататься по Армении, посмотреть. И вот поедем на этой замечательной машине путешествовать по Армении. Ну что, друзья, вот мы ездим по самой Армении, путешествуем. Сейчас приехали в Хорверат. Здесь монастырь, крепость, ну и горочки такие. Хороший вид, Турцию видно. Ну вот, собственно, сама церковь, крепость Хорверат. По дороге в Татюху остановились. Вот здесь вот бабушка продает местное домашнее свое вино. В принципе, оно очень классное. Попробовали все, очень круто. Букет раскрылся. Вот, приехали на винный завод по пути в Татюху. И вот здесь у нас экскурсия сейчас будет. Ну, кадры мы вам сейчас покажем, потом нас ждет дегустация. Генетический анализ был как раз на что этот сорт винограда, из которого мы сегодня делаем вино. А для того, чтобы получить розовое, потом красное, мы для розового ждем почти полдня. Цвет немножко розовеет, становится нежно-розоватым, а потом мы отправляем в танк, и это все, этот процесс начинается. А если хотим, чтобы было красное вино, мы ждем до 15 дней. Эти пигменты находятся под кожей ягод, да, это из черного винограда. Через 15 дней цвет дает этому соку, да, становится темно-рубиновым, но уже это все готово для... Потом делается пресс, потом отправляется в танк и делается красным. Так, вот, приехали мы в Нараванг, такая церковь в горах. Город здесь очень крутые, прям красота-красота. Итак, друзья, мы приехали в Татив, от Еревана где-то 250 километров, короче, дороги убиты. Так вот, мы приехали сюда ради одного, попасть вот в этот монастырь горный. Поехать туда придется нам на фуникулёре. Говорят, самое длинное в Европе, не знаю, в мире, 5 километров протяженность этого фуникулёра. Так что все, билеты мы купили, 5000 местных драм. Но погода вообще, конечно, ужасная. Но, надеюсь, нам это не помешает.
Итак, мы приехали на канатной дороге в монастырь Татьев. Сейчас пойдем его смотреть и вам покажем его. В настоящее время Татьев монастырь находится на реставрации. Вот мы прогулялись по монастырю. Тут, в принципе, минут на 30-40 все обойти, все облазить, помещения, кельи. Ну, в принципе, вот и сама церковь, монастырь. Так что съездить можно, посмотреть, но как бы не будет. Длина фуникулера составляет 5752 метра, и она внесена фуникулером под Ординусом как самая длинная. Итак, друзья, мы продолжаем путешествовать по Армении, и на этот раз находимся в храмовом комплексе Гарния. Здесь находится восстановленный античный храм Митры. Он до христианского периода Армении, то есть языческий, восстановили его в советское время. Так вот, вход сюда стоит 1200 драм. Посетить стоит, очень круто, всем советую. Еще здесь открываются отличные виды на горы, на речки, на каньоны. Посетите. В этом храме античном мужчина играет на национальном музыкальном инструменте дудук. Итак, друзья, мы приехали в монастырский комплекс Герард. Дословно переводится как «монастырь копья», в честь копья, которым проткнули Иисуса на кресте. И, как утверждается, именно сюда в числе многих реликвий привезли именно этот наконечник копья. Сейчас его здесь нету, он находится в музее Армении. Но сам монастырь существует. Фото бесплатно, сейчас мы посмотрим, что там есть и как. Итак, сам монастырь Герард вырезан в скале. И как большинство монастырей Армении, имеют укрепленные стены, своего рода монастырь-крепость. Монастырь Гигард вырезан в пещере, в углублении, где бил святой источник. Источник существует по сей день, и люди туда приходят умыться и спить. Да, кстати, монастырь был основан в IV веке. И вот продолжается наш тур по церквям и монастырям Армении. И мы находимся у Эчмиадзинского кафедрального собора. Это самый главный собор всей Армении. Здесь находится, ну и заседает, видимо, не знаю, митрополит главный армянский. Здесь был построен сначала деревянный храм в 33-м году, сразу после принятия Армении христианства. И потом в 5-7 последующих годах он переделывался в камень. И вот он сейчас так вот выглядит. До сих пор ремонтируется, переделывается. Здесь, в Эчмиадзине, находится музей, в котором как раз-таки наконечник копья, которым пронзили Иисуса, находится. Год, когда мы были в Гехарте, он рассказывал, что он там хранился, а потом вот в музей переехал. И музей тут здесь. Но сейчас он не работает, поэтому туда не попадем. В общем, тур по церквям продолжается. На этот раз у нас церковь Гаяне.
за моей спиной Звартанс. Это остатки древнего храма, который был построен в 7 веке, на месте, где встретился проповедник и царь армянский, который, в принципе, принял христианство в 301 году. На этом месте построили монастырь. А в основании монастыря как раз-таки поместили останки вот этого святого посвятителя. И вот этот вот останки, руины, их, наверное, восстановить не будут, но они внесены в ЮНЕСКО вот, в 2000 году. Так что вход сюда стоит 1000 драм. Вот этот кебаб, вот эта вторая его часть, была куплена в супермаркете за 590 драм. Кебаб из говядины. То есть его там сразу на шампуре, на углях приготовили и завернули в лаваш. Так вот, кебаб, купленный в супермаркете, оказался очень крутым. Там еще и лук завернут, и соусы, и все. Сочное и вкусное. Во. Так что вот так вот. Все очень круто.